Газеты сообщают о таинственных взрывах на далеком полярном острове Безымянном. При взрывах погибли двое молодых ученых. Это известие взволновало весь мир. Кто же и когда заминировал этот остров? В тот же день мюнхенского врача Франца Риттера посещает советский турист, авиационный инженер Александр Акулич. Почти 30 лет назад на острове Безымянном он столкнулся с отцом Франца, обер-лейтенантом Йоганом Риттером. Это случилось осенью 42 года. Корабль, на котором Акулич шел из Англии в Мурманск, подвергся налету фашистской авиации и получил пробоину. На сигнал бедствия ответила неизвестная радиостанция на английском языке и предложила идти к Безымянному. Здесь корабль подорвался на минах. Из всей команды спасся один Акулич. На острове Акулич попадает на тайную базу гитлеровцев, которой командует Йоган Риттер. Акуличу удается взять лейтенанта Риттера в плен. Ускользнув от преследования солдат, разыскивающих своего командира, Акулич приводит Риттера к заброшенному зимовью.
Heute sind die Truppen der Wehrmacht bis zur Wolga vorgedrungen. Seit der Zeit der tatarischen Unterjochung hat keiner der Feinde Russlands seine Pferde in der Mutter Wolga gedrängt. Und jetzt füllen unsere Panzerführer die Kühler ihrer Maschinen mit ihrem Wasser. Die Ostfront existiert nicht mehr. Der russische Koloss auf Tönen und Füßen ist zusammengebrochen. Вы что-нибудь поняли, господин Акулич? Видите, как полезно знать иностранные языки. Хотите, я переведу это интересное сообщение по-русски. Сегодня имперские войска вышли к Волге. Врешь. Со времени татарского ига никто из врагов России не поил коней из Волги, матушки. А теперь наши танкисты заливают ее воду в радиаторы своих машин. Восточного фронта больше не существует.
русский колос рухнул. Дорогие соотечественники, люди новой Европы, наступил час торжества Великой Германии, и весь цивилизованный мир празднует победу. За Сталинград. Делали глупостей. Подумайте, это завтра. Как говорят русские, утро вечера мудренее.
Дайте мне нож. Я привык бриться каждый день, а мои бритвенные принадлежности остались на базе. Пожалуй, лодка может выдержать нас обоих вместе с грузом и нартами. Надо уходить отсюда как можно скорее.
Нам пора уходить. Собирайтесь. Да, нам пора. Наконец-то вас заговорило благоразумие. А то я думал, что я имею дело с безумцем. Интересно, куда вы меня вели? Здесь на сотни километров вокруг нет ничего, кроме нашей станции. Могу вам объяснить? Вот здесь мы находимся. Что вы думаете, я не знаю, где мы находимся? А вот здесь... Вот здесь советская полярная станция. Сколько вы на севере? Вторую неделю. Все ясно. До этой вашей станции 200 километров. Что вы делаете? Продукты на дорогу. Зачем нам все это? Хватит этих банок, которые я положил. Всего на 2-3 дня. Не думаю, чтобы за 2-3 дня мы прошли 200 километров. Сколько? Вы же сами сказали, 200. Чтобы через 10 минут вы были готовы. Подождите, я не все вам сказал. Островок... Где находится советская полярная станция, это программа «Минимум». Я надеюсь, что мы дойдем до архипелага. Я все-таки сдам вас первому встречному патрулю. И вы окажетесь бесценным языком, герой оберлейтенант. Неужели вы не понимаете, что все кончено? Грузите сани. И побыстрее. Ну, хорошо. Я подчинюсь. Мы пойдем на север. Я уверен, что мы погибнем. Но, предположим, нам посчастливится. Это невозможно. Но, предположим, и мы добьемся до архипелага. Что вы от этого выиграете? Через месяц с Россией будет покончено. 200 дивизий с Восточного фронта обрушатся на запад. И на архипелаге нас встретят... Германские корабли. А это мы проверим. Грузите сани. Риттер, я хотел вас оставить живым. Thank you.
В чем дело? Ich bin müde. Вперед. Вперед. Что? Не могу. Больше не могу. Почти ничего не вижу. Еще одно неверное движение, и он догадается, что я слеп. Ganz kalt. У нас кончается керосин. И вы прекрасно знаете, что я ем то же самое, что и вы. Ich pfeife auf Sie.
Ich bin hier Kriegsgefangene und laut der Hager-Konvenz. Не юродствуйте, Риттер. Что такое не юродствуйте? То есть не старайтесь казаться идиотом. А почему вы не едите? У вас нехорошие глаза. Сейчас осень, а то я подумал, что у вас снежная болезнь. Мучительная вещь. Такое чувство, как будто в глаза кто-то насыпал перец. Видите? Розмывен! Видите? Ну! Вижу. И... Конечно, вижу. Ай! Ну что же вы? Вы чайки? Это же розовые чайки! Ай-яй-яй! Ай, ну стреляйте! Ну, стреляйте, стреляйте же! Шнелла! Шнелла! Я не люблю убивать птиц. Ай, фердамт! А, улетели к чертовой матери. Упустить такую возможность. За 15 лет жизни в Арктике я первый раз вижу розовые чайки. А вы видите, как мне повезло. Сразу. И нежный взгляд. Дай. 47. Не может быть. Не может быть. Это ключ от другой квартиры. Ура! Мы спасены! Прошу. Вы думаете, отдых вам поможет? Ставьте палатку. Готовьте ужин. Обычно это делали вы. А вы барин, Риттер? Нет, я просто думаю, что еще не поздно вернуться.
Не стоит. Мы прошли намного больше 20 миль. Черт бы вас побрал. Erstaunlicher Eigensinn. Риттер! Риттер! Что это вам вздумалось играть в прятки? Перестаньте валять дурака! А ну выходите! Странно смотреть на вас. Даю вам 3 секунды. Следы! Здесь проходили люди совсем недавно. Они не могли далеко уйти. Займите свое место. Это наши следы. Мы прошли по этой льдине, может быть, день, может, 2, может, 10 назад. Вот мы и пришли. Драйв переносит нашу льдину то на север, то на юг. Мы кружимся на дьявольской карусели. И еще неизвестно, куда ближе, к вашей станции или к нашей базе. Все равно мы пойдем вперед, к нашей станции. Вперед? Ну ладно, пойдем вперед. Только я уверен, что идя вперед, мы пойдем назад, к нашей станции. Что вы хотели сказать? Ничего. Мы, люди науки, должны придерживаться фактов. А мне достоверно известно лишь то, что там была ваша станция. Да, мы, люди науки. Истину можно установить только опытным путем.
Так что продолжим наш опыт. Вы упрямы. Но так или иначе, до ближайшей земли мы в равном положении. Будем считать, что между нами заключен временный договор о ненападении. Год назад мы имели договор с Гитлером. А я Йоганн Риттер, между прочим. И потом мы просто два человека, запряженные в одну упряжку. Думаете, что вы как партнер надежнее? Я знаю только одно. У меня нет оружия, а вы не убьете меня. Я вам нужен. Да, нужен. Вы потеряли автомат. В армии за это наказывает. Утонул-то ваш автомат. Да. Но у вас еще остался мой пистолет. Если бы его тоже, я не имел бы никаких претензий. Держите лодку. Были на фронте? Немного. Потом в Норвегии, в Тромсе. Тромсе? Это большой город? Нет. Всего несколько улиц. Но там прекрасные обсерватории. Жаль. Жаль, капитану Дигернесу не удалось с вами поговорить. Капитану Дигернесу? Знакомое имя. Капитан нашего судна. У него осталась жена и двое детей. Вы, может быть, жили с ним на одной улице? Крейг. Да, все могло быть иначе, если бы не эта встреча. Не мы искали ее. Та радиограмма. Какая радиограмма? Которая навела наш корабль на мины. Первый раз слышу. Я узнал о гибели вашего корабля из судового журнала. О гибели возможно. А о самом корабле вы приняли наш СОС. К вам взывали. Спасите наши души. Вы охотно откликнулись на это. Вы ошибаетесь.
Если бы наш радист даже принял этот сигнал, он не имел права отвечать. Операция Хольцауге. Какая операция? Я. Хольцауге. Деревянный глаз. Сучок. Это название вам ничего не даст. Thank you.